Для этого рецепта я беру несколько кусочков хлеба и 1-2 ложки растительного масла. Каждый кусочек хлеба слегка смазываю растительным маслом с одной стороны и выкладываю на противень с бумагой для выпечки. Таким образом, хлеб с нижней стороны станет румяным и хрустящим, как греночка. Хлеб пока убираю в сторонку. Дальше возьмем 300 граммов фарша, любого, какой у вас есть по вашему вкусу. К фаршу добавлю 1 луковицу, а перед этим я ее потру. Кстати, чтобы терка оставалась чистой после натирания на мелкой терке, могу вам порекомендовать свой лайфхак. Терка останется абсолютно чистой, если перед тем ее обтянуть пищевой пленкой. Терка остается чистой, только сполоснуть. Также к фаршу я добавлю 1 зубчик чеснока, при этом пропускаю его через пресс. Чтобы фарш был нежным и сочным, добавлю немного воды комнатной температуры, граммов 50. Посолим фарш по вкусу, у меня это 1/3 чайной ложки соли. И добавим 1 щепотку черного молотого перца. Фарш хорошо перемешаем. Пахнет такой фарш уже сейчас очень аппетитно. На каждый кусочек хлеба выкладываем этот фарш и распределяем равномерно. Затем я возьму кусочек сыра, любой по вашему вкусу, и натру на терке. Потертый сыр я насыпаю сверху на фарш. Мы все подготовили и будущую вкуснятину отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 190 градусов Цельсия или 374 градуса Фаренгейта. Через 20 минут все готово. Правда, время запекания может отличаться в зависимости от вашей духовки. Такие ароматные бутерброды получаются сочными и нежными сверху, а снизу при этом такая вот замечательная хрустящая корочка. Готовьте с удовольствием, если такой рецепт вам понравился. Кстати, напишите в комментариях, как вам этот рецепт. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Спасибо всем, кто ставит лайк под видео. А я желаю вам всего доброго, главное здоровья, мирного неба. И до встречи, как всегда, в следующем вкусном видео.